6 июня в городе Алматы состоялся суперфинал открытого чемпионата Центральной Азии по игре World of Tanks. Отборочные туры крупнейшего любительского состязания проходили в 6 государствах – Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане и Азербайджане. Здесь действительно сильнейшие команды Азии собрались, и мы можем утверждать, что нас ожидают очень серьезные, ожесточенные баталии за первое, второе место и, конечно, за третье и четвертое. Будут встречаться команды из Кыргызстана и Казахстана в каждом из этих матчей. Общий призовой фонд турнира составил более 15 тысяч долларов. 10 тысяч за первое место, 4 тысячи за второе и 1500 за третье. Желание заполучить заветное звание чемпиона и ценные призы сказалось на битве за первое место. Соперники бились, что называется, не на жизнь, а на смерть. Вероятно, повлияло и то, что каждая из команд уже имеет титул серебряного призера турнира по World of Tanks в своей стране и на этот раз не намеревалась уступать золото. С течением ли обстоятельств или тактическим превосходством, но победитель был определен. Им стала команда Cheaters из Кыргызстана. Второе же место досталось команде Fatality из Казахстана. На самом деле хотелось бы сказать, что соперник у нас оказался далеко не слабый. Это очень сильные соперники. Я думаю, мы оказали им достойное сопротивление, но, как оказалось, немного не дотянули. Может быть, даже немного растерялись и поэтому слили бои. Мы готовились, очень серьезно готовились. Учитывая прошлый опыт, прошлые ошибки, мы пересмотрели свои тактики. Мы очень упорно тренировались, можно сказать, не спали ночами, играли допоздна, до последнего. Утром шли уставшие на работу, но все равно каждый день мы упорно, усердно тренировались. И когда мы сюда ехали, мы были уверены в победе. Мы, конечно, очень переживали и болели за вторую команду из Кыргызстана. Очень рады и счастливы, что они тоже победили. Но когда пришел наш черед играть, мы были уверены, что сейчас мы всем покажем, кто настоящий чемпион. Открытый чемпионат Центральной Азии смог порадовать не только любителей танковых баталий, но и их детей. Юные гости не сидели без дела. Для них было подготовлено множество активностей и приятные подарки. В этом году на 70-летие Победы празднуется. Проводилось большое количество мероприятий абсолютно во всех странах. И сейчас мы продолжаем, как бы весь этот год будет посвящен как раз вот этой тематике. Мир вашему дому! Большое вам спасибо за прием! Дмитрий Михайлович Малышев! Что же касается активных танкистов, то их развлекательная программа, как всегда, была очень насыщена. За целый день любой желающий мог попробовать свои силы на полигоне с радиоуправляемыми танками, проверить меткость в тире, сыграть в блиц, а также задать вопросы разработчикам любимой игры. Кроме того, организаторы представили новый проект – World of Warships, который мог опробовать любой желающий. Одним из нововведений, которые организаторы привезли на открытый чемпионат Центральной Азии, стали захватывающие шоу-матчи со звездами киберспорта. Зрителям выпала возможность сыграть в одной команде с капитаном Нави Дмитрием Левша Палащенко и комментатором Сергеем Вспышко Карапетяном. Гости мероприятия восприняли это новшество на ура, и каждый стремился попасть в команду именитых игроков. Организаторы предложили сделать шоу-матч. Одна команда будет выступать за меня, со мной тащить, но, естественно, эта команда победит. А вторая команда будет выступать за Вспышку. Кто круче? Я. Вопрос не кто круче, а как у нас это получится. Для нас это первый опыт, это эксперимент, который мы хотим провести, который, вне всякого сомнения, порадует зрителей пришедших. Кроме командных боев, ценный приз ожидал и победителя в личном зачете. Дорогостоящий игровой ноутбук Dell Alienware достался скромному парню Сергею, который, как отметили организаторы, сам не сразу осознал выигрыш. Сергей, огромное спасибо тебе за мастерство, показанное на данном мероприятии. С каждым ивентом мы видим, что пользователей становится больше. То есть мы объявляем о том, что у нас будет какой-то турнир, эта информация появляется на сайте, в каких-то дополнительных СМИ, и народ подтягивается, регистрируются новые команды, как и на этот турнир. Были принципиально новых, там порядка 20 команд.